Hola, amigos! Все мы знаем, что хорошая игровая периферия в нашей стране стоит довольно дорого. Но сегодня мы рассмотрим продукцию российского бренда Red Square из вполне доступного ценового сегмента. О себе они пишут следующее. Red Square — это профессиональные девайсы для геймеров. Мы нацелены в первую очередь на рынок России и СНГ, поэтому удобство, поддержка и сопровождение будут всегда легко доступны для наших клиентов. Мы берем лучшую форму, которая доступна на рынке, ставим туда лучшую начинку и держим на нее лучшую цену. Мы ценим качество, надежность и мнение геймеров и всегда будем руководствоваться им. Насчет мнения это прямо вот очень хорошо, потому что именно его-то я сейчас и буду высказывать. Ну и начнем с клавиатуры. Итак, это полностью механическая клавиатура с RGB-подсветкой. Как вы сами видите, это клавиатура TKL, то есть укороченная, либо, как говорят где-то под Одессой, обрезанная, то есть она без нампада. Данный вид клавиатур помогает экономить место на вашем столе. При этом я, честно говоря, никогда нампадом не пользовался, не пользуюсь и сомневаюсь, что эта калькуляторная часть мне хоть раз в жизни пригодится, так как цифры есть прекрасные сверху. Клавиатура сделана в дизайне скелетон. То есть со снятой верхней крышкой, под кнопками сразу идет стальная пластина, которая доводит вес клавиатуры до почти что килограмма. А как говорил Борис Бритва, вес это хорошо, если не выстрелит, всегда можно дать по башке. В чем плюс данного дизайна? Во-первых, подсветка в темноте выглядит более козырно. Во-вторых, любители жрать за своим рабочим местом смогут гораздо проще удалять с клавиатуры крошки. Просто дунули туда и все наружу вылетело. Если перевернуть клавиатуру, то помимо стандартных ножек выдвижных для любителей играть, когда клавиатура под углом, здесь мы увидим канал для кабеля. Кабель можно либо вывести прямо, либо вправо, либо влево, в зависимости с какой стороны у вас стоит системный блок, куда клавиатура будет подключена. В клавиатуре стоят безымянные пока еще переключатели с ресурсом в 50 миллионов нажатий. Ход клавиши 4 мм, то есть длинный, с точкой срабатывания на 2 мм. Свечи эти не щелкают. Что хорошо, то есть клавиатура, в принципе, по шумам такая довольно средняя, но вот пробел у нее довольно гремучий, как вы можете слышать. Так что если кто-то спит, пока вы играете по ночам рядом на кровати, он, скорее всего, спасибо вам не скажет. Кейкапы клавиатуры изготовлены по технологии Double Injection, то есть методом двойного литья. Что это значит? Если вы снимаете кейкап, снимите, как я сейчас, вы увидите, что внутри черной формочки залит еще белый пластик. Это отлиты отдельно символы на этой клавиатуре. Что это значит? Это значит, что даже если к вам в гости поиграть придет Эдвард Руки-Ножницы, кейкапы от этого не пострадают, символы с них не сотрутся, они неубиваемы. К тому же от себя добавлю, что данное крепление кейкапа с вот этой крестовинкой посередине, оно, в принципе, довольно надежное, потому что вот мои Roamer G на моем Logitech за 13 тысяч, где в центре вставлен светодиодик, имеет крепление на 4 тоненьких ножках из пластмассочки, и вот эти ножки при снятии регулярно отламываются. В итоге у меня сейчас половина кейкапов на моей дорогущей клавиатуре, чертовой матери, нахрен приклеена. Режимы подсветки запрограммированы прямо в клавиатуру. Единственное, для чего нужно программное обеспечение, это для программирования макросов. Я ими не пользуюсь, но посмотрел, что назначать их можно на любую кнопку, в любые совершенно комбинации. Итак, какие есть варианты подсветки? Давайте просто посмотрим. Для смены и выключения вам нужно зажимать кнопку FN. Здесь она выглядит в виде логотипа компании Red Square. Есть радужный, есть одноцветный, то есть если вы поменяли мышку, она у вас красная, и вы хотите оформить все в едином дизайне, просто меняете цвет. Поставили наушники Tempus 7.1, они с зеленой подсветкой, значит, имеет смысл здесь зеленую клавиатуру, без проблем. Что еще? Синий, желтый, фиолетовый, ну это понятно, есть эффекты. Сейчас мы их поищем. Перелив, вот это интересная вещь. То есть при нажатиях по горизонтали расходятся разноцветные полосы. Также можно задать яркость эффекта и скорость анимации. То есть, смотрите, видите, медленнее стало. Но это на любителя, потому что в темноте, честно говоря, выгоднее видеть символы на этой клавиатуре, чем вот эту красоту. Далее, что еще? Такой вот перелив. Поярче, помедленнее. Помедленнее, вот побыстрее. Просто радуга. Волны, которые расходятся в стороны при нажатии, опять-таки.
Ну и вот такая вот радуга. В принципе, эффектов более чем достаточно. Никакого дополнительного ПО с программой эффектов по желанию, как у моего Logitech, здесь нахрен не надо. Потому что, ну, чаще всего вы просто выберете цвет, который вам нравится, и будете на нем сидеть. Выберите что-то не раздражающее, и этого более чем достаточно. Я, например, вот на таком зеленом остановился. Напоминает мне о некронах из Warhammer 40 000 из стратегии. Причем при смене цвета клавиатура тоже делает это довольно интересно. Это такая расходящаяся волна. В общем, выглядит все красиво. В целом, красиво, практично. Это механическая клавиатура. Стоит, вернее, рекомендованная розничная цена 4000 рублей. Я особо не слежу за рынком механических клавиатур, но когда я покупал свою, я видел, что примерно в таком диапазоне можно купить клавиатуру, где механических кнопок будет всего 4. V, A, S, D. Все. Остальные будут мембранные. Естественно, на такую клавиатуру нельзя проливать пивасик, чай, воду желательно не проливать. Но, в принципе, это не фатально. Я заливал свою клавиатуру, пришлось снять кейкапы, пролить их пару раз спиртом медицинским из аптеки, после чего все нормально вроде как работает. Ну, за исключением того, что, как я уже сказал, кейкапы Romer G полное говно, и они там поломались. С этими кейкапами ни хрена никогда ничего не случится. Свечи залить тоже проблематично, потому что они... утопленные, скажем так, в эту стальную рамку. Не знаю, это надо прям вот стакан на клавиатуру вылить, и только тогда что-то внутри проглючит. В целом ощущения приятные от клавиатуры. Я вот после того, как на механике поиграл, на мембранку обратно переходить не хочу, и таких людей очень-очень много. Тот же Изидыч долго-долго играл на мембранке, перешел на механику и говорит, да, чуваки, вот это... В общем-то, механическая клавиатура стоит своих денег. Это совершенно точно. Единственное только, что действительно, как я сказал, пробел довольно гремучий. Я думаю, что, в принципе, умельцы какие-нибудь выпустят лайфхак, как заставить ее работать чуть потише. Ладно, далее рассмотрим мышку. Форма мыши Mirror Image одна из моих самых любимых. Я не люблю вот эти треугольные, круглые, квадратные мыши. Я всегда покупаю что-то типа этого. Моя прошлая мышь тоже была этой формы, но в отличие от нее, Mirror Image более приземленная и для игры. На ней мне не требуется подкладка под запястье, чтобы рука была повыше. Просто кладем запястье на стол, руку на мышку и погнали настреливать фраги. Покрытие мыши выполнено из soft-touch пластика, того самого, который все так любят мацать. Бока у мыши с обеих сторон прорезиненные. Это для тех, у кого ручонки во время игры потеют, чтобы она у них не выскальзывала. Внутри у мыши современный сенсор от Pixart, всеядный к поверхностям. Невероятно, но факт, некоторые мыши несовместимы с некоторыми коврами и просто на них не работают. Переключатели с запасом хода в 20 миллионов нажатий. С непривычки мне показалось, что они немного тугие в плане прилагаемых для нажатия усилий, но довольно быстро я к ним привык. Кабель упакован в довольно плотную оплетку. По словам производителя, это защищает его от перетираний и посягательств домашних животных. Но, честно говоря, мне кажется, что моя Буся с ним бы управилась при желании. Весит мышка немного, около 90 грамм. Это намного легче, чем моя прошлая мышь. Но, в принципе, у прошлой мышки и ножки были металлические, а здесь они изготовлены из пластика. У колесика хорошо ощущаемые отсечки, что я всецело одобряю, а вот что я не одобряю, это то, что кнопку переключения DPI смены разместили у мышки под брюшком, то есть она недоступна без переворачивания. Смена DPI сопровождается сменой подсветки самой мыши. Цвет подсветки устанавливается в программном обеспечении, там же программируется и сам DPI для каждой из ступеней. Софтина, как видите, довольно простая, что для людей, которые не любят подолгу в чем-то разбираться, по полчаса что-то настраивать, в общем, для таких, как я, это плюс. В общем, что тут можно настраивать? Во-первых, частота опроса, я тупо поставил 1000, потому что я знаю, что чем больше частота опроса, тем плавнее ведет себя курсор на мониторе при резких движениях. Зачем нужно 250 и даже 125, я не знаю. Варианты подсветки, но подсветка на мышке не то чтобы большая и обширная, здесь просто логотип компании светится, но тем не менее, можно поставить просто, чтобы он горел, чтобы дыхание это гаснет, загорается, снова гаснет, или эффект неона, это перелив, по-моему. Далее идут настройки DPI, или, как говорят у нас в колхозе, чувствительности. Настраиваются они методом перемещения ползунков с выбором этой самой чувствительности, а также можно задать соответствующий цвет для каждого уровня DPI.
Я примерно помню, в каком диапазоне обычно играю я. Это что-то от 1600 до 2000, обычно 200, но здесь я последнюю решил выкрутить. Максимально возможный параметр этой мыши 5000 DPI, что для ее цены в 2000 рублей вообще шикарное предложение. Для нердов есть продвинутые настройки со всякой разной чувствительностью, даже скорость скролла может менять и можно записывать макросы, но имейте в виду, что дополнительных кнопок на этой мыши не так уж и много, вообще-то говоря, их всего 3, 2 по бокам плюс нажатие на колесо мыши, если в игре оно ничего не делает. Но в принципе лично я вообще никогда в жизни не программировал макросы для мыши и даже не знаю, для чего они нужны. Подозреваю, для того, чтобы в Counter-Strike AWP перезаряжать. Ну а теперь переходим к игровым гарнитурам. Ну и начнем мы, пожалуй, с Tempest 7.1. Так, минуточку. Ага. Идеально. Итак, основной каркас выполнен из железа. В целом, наушники производят впечатление монструозности и крайней надежности. Чашки ушей прикреплены к железу намертво. Они не поворотные, они никакие. Они держатся на нем статично. И получилось так, что на моей голове были ощущения того, что наушники как бы повернуты вовнутрь под углом. То есть с этой стороны, с фронтальной они прижимались к голове, а сзади типа немножко топорщились. Но ничего не помешало выгнуть эту железку так, как мне удобно. Просто чуть-чуть подогнул и все, они сидят. В любом случае все косяки посадки на голову успешно компенсируются сверхбольшими и мягкими амбушюрами воздушными. Голова не устает от этих наушников. Через минут 10 игры вообще забываешь, что они находятся у тебя на голове. Гарнитура не то чтобы легкая, но и не тяжелая. Ну а что вы хотели? Лучше пусть она будет тяжеленькая, но на металлическом каркасе, чем сверхлегкая, но на какой-нибудь пластмасске, чтобы один раз уронил и досвидули. Кабель похож на реальный канат, на реально какую-то строительную веревку, настолько он толстый, он в оплетке. Здесь, как видите, защита от перегибов тоже выполнена, здоровая, надежная, плотненькая. Наружная подсветка в темноте производит эффект ночника, то есть комната озаряется зеленым светом. В принципе, выглядит все достаточно стильно, никаких претензий нет. Кстати, в общем и целом, дизайнер, скажем так, вдохновлялся наушниками SteelSeries. С одной лишь разницей: в SteelSeries микрофон вдвигается внутрь, в чашку. Здесь он никуда не вдвигается, и он несъемный. И я не могу сказать, что это плюс или какой-то прямо сверх-минус, но я давненько не видел наушников с неубираемым, ни куда-то в сторону неотгибаемым микрофоном. К тому же, я не знаю, кто из дизайнеров решил, что разместить на кончике светодиод это что-то оригинальное, свежее и вообще хорошая идея, тем более, что светодиод светится постоянно, он не является индикатором включенного или выключенного микрофона. И получается так, что при посадке на голову этот светодиод находится, если его пододвигать ко рту, то, собственно, он попадает в глаз. Ты его видишь, и вот этот зеленый свет, он каким бы спокойным и не был, он начинает бесить. В итоге приходится выгибать наушник, микрофон куда-то вниз, чтобы он не попадал в ваше поле зрения. В принципе, на качество звука это не особо влияет, так как в прилагаемом к этим наушникам программном обеспечении можно добавить чувствительность. Наушники поддерживают, они со встроенной звуковой картой, и поддерживают виртуальный звук 7.1. Включается 7.1 в специальной софтине. Как и в случае с мышкой, она сделана максимально просто и понятно. Разницу между есть 7.1 и нет 7.1 я заметил раз, что, наверное, в War Thunder, потому что в Ханте с позиционером сейчас все довольно плохо, и там 7.1 себя не раскрывает. Но его можно усилить. Во вкладке эквалайзера нажатие 3D. В сочетании 3D и 7.1 дают действительно крутое очень позиционирование, слышно, кто идет, где идет, с какой стороны, даже если в игре очень хреново все это реализовано в плане звука, все равно наушники это исправят, но при этом надо понимать, что звук становится довольно специфический. Музыку при таких настройках слушать будет невозможно. Как и наслаждаться каким-нибудь крутым басом в играх, потому что звук становится, как бы так сказать, высокий, и эффект 3D придает ему некой объемности. В общем, это словами не объяснить, это надо слушать.
Но скажу сразу, что такое сочетание виртуального 7.1 и 3D зайдет только тем людям, которые стремятся получить максимально возможное преимущество в игре из всего. Вот просто, если мышка на 3 грамма легче, они возьмут такую мышку. Если там отлик у клавиатуры выше, они возьмут ту клаву. И в том числе они будут играть с не самым приятным и сочным звуком, но с таким, который позволит им определить то есть, с точностью до градусов, с какой стороны к ним крадется, шелестя ботинками по полу враг. В общем, я надеюсь, вы поняли. Далее, есть эквалайзер, как вы видите. Сначала мне показалось, что он не работает. На самом деле, для того, чтобы он работал, нужно просто зажать вот эту вкладку. Есть сброс, три функции он запоминает, есть эффекты театра, ванны, гостиной, коридора. Честно говоря, не знаю, зачем это нужно. Никогда подобными вещами не пользовался. Они есть встроенные и в Realtek. Типа, дай-ка я в ванне посижу, послушаю, как бы игра звучала в ванной. Нет, это довольно спорная функция. Я бы на месте разработчиков лучше вместо вот этой ванны, гостиной, коридора добавил готовые пресеты эквалайзера, потому что лично я его настраивать не умею. Вот заранее настроили парочку интересных пресетов, там на бас, на контрабас, там, ну как у меня вот в Rocket Cave это сделано, и забили их заранее в эффекты вот сюда, чтобы тут на кнопочку нажал, у тебя пресет эквалайзер поменялся. Вот это было бы круто, вот это было бы здорово. Ну и помимо этого есть микрофон. Тут настраивается громкость. Если громкости недостаточно, нужно включить функцию Boost. По легенде это делает микрофон громче, но на самом деле такое чувство, что ему не хватает чувствительности. Собственно, сейчас вы слышите звук именно с этого микрофона. Я его пододвинул максимально ко рту, и при этом все равно мне приходится буквально кричать в него, чтобы звуковая дорожка Sony Vegas показывала хоть какие-то колебания. В общем-то, стандартный микрофон для гарнитуры за 3000 рублей. Летсплей в ней, конечно, не попишешь, стримы в ней, конечно, не постримишь, но для связи с сокомандниками, в принципе, должно хватить. Для сравнения, я предлагаю вам послушать, как звучит микрофон в моей гарнитуре Rocket Cave XTD Digital за почти 13 тысяч рублей. А звучит он вот так, замечательно, не правда ли? Прекрасное чувство, когда гарнитура за 13 тысяч рублей проигрывает в плане качества микрофона гарнитуре за 3000 рублей. Управление гарнитурой расположено на левой чашке. Это крутилка громкости, она имеет ограничения, то есть вы не крутите куда-то в бесконечность. Ну и включение-выключение микрофона с индикатором методом «Алло, слышно, не слышно». Основа чашки сделана из пластика, а вот сеточка и элемент, который ее держит, железные. В целом ощущение бронебойности. Здоровые добротные наушники, уронить ничего не будет. Хотя, смотря с какого этажа ронять, конечно же. Avalanche стоит на 500 рублей дороже Tempest. Рекомендованная цена для Tempest 3000 рублей, для Avalanche 3500. Они имеют белую подсветку, которую, в отличие от Tempest, можно отключать. Так как в Avalanche нет встроенной звуковой карты, они имеют аналоговое подключение, то есть два мини-джека, один на микрофон, один на динамики, и отдельно подсветка выведена на USB. То есть, если вы не хотите, чтобы ночник светился ночью на вашей голове и мешал кому-то спать, просто вынимайте USB-штекер, и подсветка гаснет. Микрофон также не задвижной, не съемный, но в отличие от Tempest, он более короткий, он не лезет вам в глаза. Амбушюры более мягкие, из более нежного материала, на голове сидят просто как воздушное облачко, иначе не скажешь. Металлическая дуга крепится не к началу чашки, а к ее середине. Сама чашка тоже стала на Avalanche металлической, это видно по вот здесь по снятой фаске, то есть это, видимо, какой-то алюминий. Тяжелее наушники от этого не, ну, стали, конечно, но эти 20-30 граммов или сколько там поменялось, особо погоды не делают. Также немного поменялся обод оголовья. Управление по-прежнему находится на левой чашке, но здесь остался только звук. Кнопку отключения микрофона производители куда-то потеряли. Также на Avalanche установлен укороченный и типа более качественный микрофон, но на самом деле его главный плюс заключается в аналоговом подключении, что таким образом дает возможность увеличивать его чувствительность и громкость в панели управления Realtek. Собственно, сейчас вы слышите именно его. Как у Tempest, у Avalanche отличная звукоизоляция. Качество звука не проигрывает моим рокотам. Единственное, что как по мне, так басов чуть-чуть не хватает, а в остальном все нормально. В целом, девайсы от Red Square производят приятные впечатления надежности. Все соединения на гарнитурах металлические, защита над кабелями от перегиба здоровенная. Я не знаю, что нужно сделать с их гарнитурами, чтобы у них отваливались чашки, а такое бывает даже на очень дорогих девайсах. Но коли уж они говорят, что им важно мнение геймеров, то я все-таки скажу, что бы я на их месте изменил.
Во-первых, я бы посоветовал, по примеру топовых производителей, объединить весь софт в одну программу. Просто устанавливать три программы для трех девайсов и по очереди их юзать, когда у них абсолютно одинаковые ярлыки, это немножко не очень удобно. Во-вторых, я бы посоветовал на мышке все-таки ставить алюминиевые ножки, так как на тканевых ковриках они ведут себя лучше. Ну и в-третьих, на мой взгляд, микрофоны у гарнитур должны либо убираться, либо отключаться. Я, честно говоря, не думаю, что дополнительный мини-джек разъем приведет к какому-то колоссальному удорожанию гарнитур. Но в остальном, в принципе, все хорошо, это отличные девайсы из бюджетной ценовой категории. На этом, в общем-то, все. Обязательно напишите в комментах, если у вас есть какой-то опыт использования девайсов Red Square. Ну и вообще пишите, что думаете, желательно что-нибудь жмите и все такое.